Он здесь, чтобы услышать твой стон. Он здесь, чтобы услышать твою молитву. Он недалек от тебя. Хотя он сидит на небесах, на престоле своем, но у него достаточно зрения и силы, и могущества, чтобы увидеть, услышать и чтобы простирать свою руку к тебе сейчас. Чтобы услышать стон узников и разрешить сынов смерти во имя Иисуса Христа. Так говорит Господь, Он вырывает тебя из когтей смерти, из когтей болезни, из когтей проклятия, из когтей греха. Кричите и принимайте это слово. Чтобы разрешить сынов смерти. Ты больше не сын смерти. Я говорю, ты больше не дочь смерти. Ты больше не заложник смерти. Ты не заложница смерти. Ты сын Бога живого. Ты дочь Бога живого! Ты сын жизни! Ты дочь жизни! Кричи! Жизнь! Как он это сделал? Как он это сделал? Как он ответил на эту молитву? Как Он отвечает на твою молитву? Во имя Иисуса. Деяния апостолов во второй главе написано. Деяния апостолов во второй главе. Но Бог воскресил Его, то есть Христа, расторгнув узы смерти. Потому что ей невозможно было удержать Его, Христа. Узы смерти. Ей невозможно было удержать Христа. Так и ей невозможно удержать тебя. Кричи! Никакая болезнь не удержит тебя. Никакое проклятие не удержит тебя. Никакая нищета не удержит тебя. Никакая обида не удержит тебя. Никакая боль не удержит тебя. Никакой рак не удержит тебя. Во имя Иисуса Христа, потому что Бог воскресил Христа. Аллилуйя! Реба кушая, реба касамба, эгенола багахая, поднимая руки во имя Иисуса. Всякие семена смерти да будут искоренены из твоей жизни. Всякие семена смерти да засохнут в твоих мозгах во имя Иисуса Христа. Всякие семена смерти, всякий дух смерти во имя Иисуса да будет сокрушен. Всякий демон смерти да будет сокрушен. Во имя Иисуса, убийца твоей судьбы, убийца твоего тела, убийца твоих органов, убийца твоих клеток, да будут разрушены сейчас силой воскресения. Yeah!
раба Кахая, разрешить сынов смерти, воскресил его из мертвых, потому что узы смерти не могли удержать Христа. Узы проклятия не могут удержать тебя. Узы смерти, узы болезни не могут удержать твои органы в рабстве. Господь с небес, со святых небес, презирает на эту землю, чтобы послать скорую помощь тем, которые взывают, которые вопьют к нему. Аллилуйя! Раба Гешамба, раба Кахая, это территория жизни, это территория славы, это территория победы, это территория веры, это территория жизни, это территория славы, это территория победы, это территория веры. Аллилуйя! Никакой сахарный диабет не может удержать тебя. Плену, аллилуйя! Никакие узы смерти, узы болезни не могут тебя держать, не могут держать твою семью, твоих детей, твоих внуков. Во имя Иисуса Христа, вот рука Господа против всех врагов твоих, чтобы совершить чудо, чтобы совершить необычное дело свое, чтобы совершить необычное действование свое. Во имя Иисуса Христа, Господь, слава тебе! Господь, хвала тебе! Господь, слава тебе за победу твою! За воскресение Христа. Слава тебе за силу воскресения. Во имя Иисуса Христа. Кричи, я не мертвый христианин. Я не мертвый христианин. Я живой. Аллилуйя. Кричи, слава тебе. За жизнь. Слава тебе за победу! Слава тебе за исцеление, за восстановление! Слава тебе за силу воскресения! Аллилуйя! 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 Раба Гашая, Раба Касаба, Раба Гиро, Раба Гиро, Лаха. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А теперь будем поклоняться. Будем петь ему песни. Закройте глаза, поднимите руки. Пусть это слово настигнет вас. И Бог бодрствует над своим словом. Пусть его дух коснется вас. Сила Божья коснется вас сейчас.